желаю удачи девчаткам на проекте с похожими типажами, как у меня, допустим, вот эта блондиночка и Юлиана. Я вам клянусь, никогда не сидите при Поляковой нога на ногу, потому что она скажет, что вы ее соблазняете. Или же вы не около дальнобойщиков находитесь. Я не знаю, какого хуя она вообще делает на 8 сезоне. Абсолютно некомпетентный педагог, который обсирает из сезона в сезон девочек, которые, блядь, с таким вот ха-ха-ха-хатушечки, типа чего, блядь, какого хуя ее опять пустили, блядь. Ну, уже было с Кравцовыми так, со мной было так. И на 8 сезоне я уверена, что будет так. И, блядь, если девчонок на 8 сезоне также будет газлайтить Полякова нахуй, я не знаю, блядь, я буду просто топить против нее и говорить постоянно о ней. То есть хуесосить, грубо говоря.